Всем привет! Это очередные походы по магазинам в Кемере. В прошлый раз мы с дочей ездили в Карфур, но, к сожалению, камера сняла все без звука, потому что я подключила микрофон, который не работал. Поэтому в Карфур мы уже больше не пойдем. Там Белая башня есть де-факто, но сейчас мы сходим в Мигрос, который находится напротив мечети. Посмотрим, что там есть и почем. Мы в масках. Обязательно. Сейчас посмотрим цены для тех, кто не знает, как ориентироваться. В общем, прибавляем ко всему нолик, либо умножаем на 10, что, в принципе, одно и то же. То есть, вот, допустим, картошка 1 лира 75, значит 10 рублей 75 копеек. Фруктики посмотрим. Кстати, сегодня должен быть рынок. Наверное, туда тоже сходим. Помидорки. Так, тут ценники висят так, что если вы турецки не понимаете, то вы не поймете, что сколько стоит. Так. Так. Рыбка тут есть. Свежатина. Крабики. Голубые. Рыба-то прям свежатина. Вот так вот. Так. Кофеек. В прошлом году мужу брала, ему этот кофе не понравился. Поэтому больше покупать не буду. В этом Мигросе я первый раз. У нас тут случилась небольшая катастрофа. Перелет, знаете ли, дала себе знать, поэтому нам прям понадобилось Мигрос. Так, ну, всякие конфетки, шоколадки. Там чай, кофе, потанцуй, молоко. Так, так, всякие печенюшки. Так, кашляю. Ой, кашляю. Всякие орешки. Орешки, орешки. Так, нам надо вот в этот отдел. Так, не в этот, наверное, в другой. Тут детские всякие памперсы. Нам нужны для девочек. Так. Хотя, а, нет, это салфетки. Сейчас найдем резиночки. Туалетная бумага никому не нужна. Или у нас уже прошла. Дочь в Карфуре купили тапки. Здесь таких нету, да? Ну, такие пляжные. Ой, извините. Так. Нет. Не в этот, в следующий отдел. Нам надо. Упс, авария. Так. Так. Доча вздыхает. Что ты вздыхаешь? Нет, нам в какой-то другой отдел. Тут того, что нам надо. Нет, есть, но сейчас будем посмотреть. Нашли. Так, сейчас немножко выключимся, пока будем выбирать. Кому интересно, почем алкоголь? Ну, в общем, в целом, вино 500, 600, 700 рублей. Извините, пардон. Ну, то есть с собой, в принципе, даже нет смысла что-то пилить. Можно тут купить все, что угодно. Соответственно, кому покрепче, умножаем на 10, получаем цену в рублях. Не знаю, видно, не видно. Водка Абсолют есть. В Мигросе тоже есть водка Абсолют. Так. Вот, как-то так. У-у-у-у.
кому интересно, еще почем. Так, так. Обещала показать алкоголь, показала, там еще пиво. Ой, если кому в отеле мало. В общем, 120-180 рублей за фон Феррик, Туборг. Тут всякие штуки, дружки. Так, о, есть купальники. Так, алоха. Алоха, у нас купальник Queen, а тут алоха есть. Есть даже купальники вот такие вот с юбочками. Ну, у нас уже свой взят. Корма для животных. Угу. Цены, однако, дороже, чем у нас. Гораздо дороже. Ну что, мыльных пузырей еще берем? Не знаю, но... Берем? Ну, давай. Берем еще мыльных пузырей. Нравится, извините, ребенку пузырей пускать. Так что... Так что вот так вот. Ну, как бы... Обычный супермаркет. То есть, кому что надо, тот все себе найдет. Мы все нашли, идем на кассу. Сейчас еще погуляем по магазинам, посмотрим, где что почем. Все покажем. Пойдем сходим во Флот, посмотрим, что почем. Сейчас нам температуру измерят. Так, тут детскую. Детскую, детскую. Так. Топотульки вот такие прикольные. $1300. Так. Цены умножайте на 10. Будет цена в рублях. Так. Тут вот скидки. 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 Хорошенькие какие-то купюрки. Так. Ой, лучше нам сходить в тот магазин, где мы уже были. Ну, кроссовочки. Кашель. Задыхаюсь. Что-то как-то вот... Для мальчишек вообще классные такие. Во всяком случае, мне нравится. Это не кожа. Это кожа. Здесь не все кожаное, поэтому надо еще смотреть.
Вот это вот мой фасончик. Ну, мне надо на молнии, потому что так у меня нога не войдет. Ой, какие они легкие вообще. Обалдеть. Прям невесомые. Да? Ну, в целом особо не разогнаться. Ну, кто хотел платиться во весь рост? Опять хожу с розовой сумкой, потому что мне с ней легче. Так, тут детская. По уходу за обувью все. Ну, что-то как-то. Нет, не надо пакет. Есть пакет, не надо пакет. Пакет я тебя не люблю. Ой-ой-ой. Печалька. Пойдем дальше. Ладно. Аккуратнее. Точно, спасибо. О, кругом русские. Русскоговорящие. Сейчас сходим в магазин 82 Сали Пазари. В общем, тоже вот ориентир мечеть. Вот там Вайкики. Вот там Карфур. Вот там Белая башня. Так. Вот там горы. Так. Такой магазин. Достаточно дешевой одежды. Тут хозяйственные есть. Вот такие мыльницы хотела ребятинушу купить. Что-то тут я вот ценника не вижу. Мы уже одни купили топотурки. А что-то ценника я не вижу. Вот такие мы уже купили в Мигросе. Ну, да, цена, в принципе, такая же. Там размеры все есть? В Мигросе, в Карфуре? Вот такие вот, вы говорите, купили. Мы купили красненькие. Ну, я не знаю, мы свой смотрели. Зато тут цвет есть, выбор, он фиолетовый есть. А там только красненькие и темные. Так что вот так. Так. Тапки. Так, пойдем вовнутрь сходим. Посмотрим, что там есть. Потом с тапками разберемся. Или не разберемся. Так. Там еще есть второй этаж. Тут какие-то чаи. Гранатовый чай. Что-то с освещением не очень. Кстати, дочь, может, мы здесь найдем то, что надо. Так, тут вот игрушки. Игрушки. Угу. Так. Так. Там всякие моющие, чистящие средства. Но опять же, кому-то, может быть, прям очень надо. Угу. Ну, это просто засада какая-то. Так. То, что надо здесь, тоже не это. Там вот тут даже телевизор есть. Так. Индийские расчески. Кто-то тапки бросил. Сказал, что ему не надо. Спасибо, говорит, не надо. Так. Так. Косметика. Ну, типа 100 рублей, 180 рублей. Так вот. Девчули. Так что кому нужен косметоз? Тут всякие вон куча кремов. Ароматы.
Причем ими не пахнет. На весь магазин, как у нас обычно. Зайдешь, все ж. Так. Ну мы... Так, очередь в кассу. Чё-то, чем таким приятным здесь пахнет, а чем... Не знаю. Тут написано 45. Вот. Это то, что я искала. Попробовать вот эту штуку. Сейчас возьмем. Так. Сходили в Фло, ничего не купили, вернулись в магазин напротив башни. Перемерила еще много всего. Много всего. О, тут жара, столько людей сегодня вообще. Ну что, нашли мне на осень вот такие ботики, влезла ножка, мужу тапочки. Вот, профессор обуви мне подобрал. Заместитель профессора. Заместитель профессора. Так что берем вот такие. Я боюсь, что ее унесет на осень. Кого унесет? Все, мы все подобрали, все нашли. Самый главный. Самый главный человек. Гений обуви. Гений обуви? Гений обуви, да. Нобелевская премия, да, по обуви? Да. 20 лет стажа. Хорошо. Все. Все прикупили. Сейчас заплатим и едем в отель. Да? Устал ребенок. Сидит. Устала. Все, едем в отель. Бегали, искали аптеку. Оказывается, вот возле башни, возле обувного магазина, прям вот здесь вот аптека. Вот так вот. Под носом не заметила. Так. Ой, ой. Так. Нам нужен ацикловир 200. Ацикловир 200. И что нам еще-то надо? Есть еще тропин, как он называется. Так, сейчас все куплю, потом покажу. Купили мы нашу обувь. И нам любезно предложили нас довести до отеля. Сейчас поедем. Это просто сказочно. Леночки, Мариночки, привет, девчонки. Увидели видео на YouTube. Ага. И где? Где машина? Вот там машина. Вот тут вот белая башня. Выходим. Вау! Посмотрите, какую нам машину-то подали. VIP. О, VIP. Покупатели на VIP машине. Вот так вот. Не хухер-мухер-то вам. На BMW поедем. Вот так-то вот. Башня. Вот магазин. О, вообще кайф. Все, выключаюсь.